Всем привет, дорогие друзья, уважаемые подписчики! Сегодня опять хороший день, и мне посчастливилось в нашем хозяйстве в Белгород-Днестровском районе, у наших соседей по дачному кооперативу, которые держат ферму по выращиванию домашних диких кабанов, купить вот такие вот чудесные ребрышки, а также вот такую вот большущую заднюю часть. Вот, посмотрите, какая красота. И, конечно же, вот такой вот молодой почеревок. Это большая редкость, потому что кабаны, они обычно большие, килограмм по 250. Но здесь молодой кабанчик где-то такой размером с меня, килограмм 105 он был. И посмотрите, кожица вообще без бородавок. Вообще молоденькая, абсолютно без каких-либо наростов. Просто вот ртом целовать такую кожицу надо. Мы все лишнее обрежем. И дальше мы на большой чугунной сковородке, которую я купил пару лет назад, потом отдельно заказывал крышку с надписью «Это Спарта». На ней будем сегодня вечером это все приготавливать, для того, чтобы доставить радость семье, жене, детям. В общем, все придут на вечерний праздничный ужин и будут наслаждаться неповторимым таким вот вкусом вот этого шикарного блюда, которое мы приготовим. Я буду вас держать в курсе. Сейчас пока что мы займемся подготовительными всеми процессами, а именно пока что вот эту вот голяшку большую оставим в сторону. Половину нужно будет отрезать, подарить там маме, другим родственникам, а остальное для личного употребления, как говорится. Что мы делаем? Здесь, так как это все домашнее, здесь не было никакой особой подготовки по вот этим ребрышкам. Вы можете видеть, что здесь остается вот этот вот хребет, который нужно либо отрезать, но я предпочитаю, так как в процессе потом уже, когда он будет готовый, можно будет его хорошенько обсмактывать, я предпочитаю его вот такой вот пилой отпиливать. Ножички, кстати, топерваровские у нас. За рекламу они ничего не дают, но просто хорошие ребята. Вот, поэтому не грех их и порекомендовать. Хорошие ножички, уже много лет мы ими пользуемся. Вот так вот этот кусок хребта. Так как мясо я вез, сейчас у нас температура воздуха плюс 12. Вот, немножечко в холодильной камере у меня есть в машине, в багажнике. Немножечко насыпал льда и немножечко приморозил для того, чтобы довести его нормально в Одессу. Все, когда хребет этот, вы услышите по звуку такой вот щелчок, когда он уже треснул, это значит, что уже можно дальше резать обычным ножом. Но так как мясо немножко примороженное, я этой пилой так и дорезаю дальше. Вот, чем отличается вот этот челогач, эти ребра, от обычного магазинного мяса. Здесь ребро длиннее, друзья, обратите внимание, потому что в той же обжоре, в других каких-то, в сельпо, в других супермаркетах, такого медальона вы не увидите. Вот этого вот треугольничка, это, то есть в разрезе в изометре хребет, который мы только что рубили пилой, здесь вы не увидите. Длинного вот такого ребра в магазинном варианте вы не увидите. Посмотрите, какая красота. Это действительно относит нас к дикому кабану. Вот такие ребра на домашних кабанах, которые вы покупаете в магазине, вы не увидите. Вот в чем и цимис, в чем и загвоздка. И почему я рекомендую брать у крестьян. Потому что, покупая в магазине, такого, конечно, даже близко вы не получите.
Плюс ребята кормят натуральными кормами, кукурузой, горохом, нутом. Ну и комбикормами, но комбикормами не вот этими вражескими, гадскими, а именно теми, которыми надо. Да, не будем открывать все секреты. Даже цедра апельсина входит в рацион. И ребята, кабанчики по выходным, это, кстати, относит нас к ветчине парми, которая, как вы знаете, в Италии очень популярны по всему миру. Они там вообще кормят целыми апельсинами. Ну, а у нас в Украине по бедности покупают, значит, с заднего крыльца в магазине уже такие подлежалые апельсины. Гнильцу вырезают, корочку оставляют. И то, что остается, дают на корм. По выходным, так сказать, как праздничный вариант. Даже немножко пахнет, чувствуется. Но дают им и апельсины, и помело, и мандарины. Поэтому этот запах вот такой цитрусовый, ну, можно и почувствовать даже. Он в мясе остается, даже несмотря на то, что я льдом немножко примораживал. Запах цитрусовых в мясе чуть-чуть остался. Продолжаю резать. Нужно, конечно, усилия прилагать. Ручка уже жиром обмаслилась, нужно помыть руки. Вот так, друзья. Краткую информацию вам дал. Пока что будет у нас пауза. Полностью порежу, расскажу, что делать дальше. Дальше что мы будем? Мариновать. Насчет маринада тоже расскажу некоторые секреты. После этого разожжем мангал. Сковородка на оливковом масле, прованские травы и фирменный будет у нас еще тоже на основе масла и базилика фирменный соус. Как-то так.